Вопрос-ответ. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Рынейская проведет прямую телефонную линию 29 июля. Прием граждан пройдет на заседании общественной приемной Ленинской районной организации «Белая Русь». Номер телефона указан на экране. В Беларуси отменили двухнедельный карантин для тех, кто приехал из России. Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Страну-соседку исключили из списка. Славянский базар сегодня торжественно открывается в Витебске. Основными событиями форума станут международные конкурсы исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и детский музыкальный конкурс «Витебск-2020». Последнее испытание ЦТ по всемирной истории прошло сегодня в Беларуси. Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля. Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, с 29 июля. В июне снизились цены на основные социально значимые товары. Эти данные приводит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В списке мясопродукты – молоко, молочные продукты, куриные яйца.